Решающий матч петербургских студенческих соревнований среди женских команд по футболу 7-7 в рамках общероссийского дивизиона прошел на стадионе «Балтика». За первое место команда СПБГУ «Балтийские орланы» поборолась со студентками Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени профессора Бонч-Бруевича. Такой ответственный матч помог поднять силу двух команд, встретившихся в финале, и, конечно, определить планы на дальнейшие соревнования. Мы прошли 6 игр. Они были... Какие-то давались нам легко, но попадались команды, которые, видно, то, что только начинают. 5 выиграли, одну, к сожалению, проиграли. Вот. И сейчас нас ждет очень важная игра, которая решит, уйдем мы золотом, либо уйдем заборищем. Команда отчаянно рвалась к победе. Их не устраивала ничья. Конечно, команда-соперник университета Бонч-Бруевича – фаворит сезона этого года. Поэтому матч стал особо напряженным как для игроков, так и для болельщиков. Сейчас меня водой обольют. Да, соперник, да, хороший. Девчонки очень, скажем так, боевитые. Это их самая, наверное, отличительная черта. Может, они там не очень много создают, не очень хорошо в атаку играют, но в чем в борьбе они никому не уступают. Поэтому нам было сложно. Наша команда отличилась ловкостью, сплоченностью и умением молниеносно принимать решения на поле боя. Главное в игре – умение понимать друг друга как можно быстрее. Ведь когда счет идет на секунды, медлительности места нет. Нервничаю, но должны победить. Настройся там лично у меня, и я за команду готова сказать, что он боевой, потому что футбол – это, в принципе, боевая игра, где каждый за каждого, и команда против команды бьется до последнего. Тренер сборной Алексей Хрусталев гордится своей командой. Конечно, нет предела совершенству, девочкам есть куда стремиться, но выигрыш в этом матче – это стремительный шаг в большой спорт. Финальный матч закончился со счетом 2-1 в пользу футбольной команды СПБГУ. Девчонки молодцы. Если взглянем на таблицу бомбардиров, 2 первых места наши, в пятерке тоже еще наши, поэтому все супер. Забили больше всех, пропустили меньше всех. Женской футбольной команде «Балтийские орланы» удалось впервые стать победителем студенческого чемпионата Санкт-Петербурга по футболу 7-7, получив возможность представить город во всероссийском финале. Нам остается только поздравить их с победой, пожелать удачи и поддержать команду на всех следующих играх. Дарья Гавриленко, Евгений Горяев, Алексей Чубко, медиацентр СПБГУ.